Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов онкофорума за то, что пригласили, и всех коллег, кто смог принять участие в обсуждении, мне кажется, довольно актуальных животрепещущих тем. Но, мне кажется, резюмируя, так сказать, свой доклад, хочу сказать, что главное, что нам, по-моему, не хватает, это, собственно говоря, коммуникация и объединение наших возможностей и наших замыслов. Итак, я сегодня коснусь довольно актуальной темы, которую я хотел освежить некоторые вещи, некоторые напомнить, некоторые уложить, систематизировать. В отношении онкомаркеров. Сегодня, пожалуй, главное, что зачем мы, собственно говоря, делаем ту же радиотабляцию во многом, да, и это важный аргумент, и ориентируемся, и выполняем раннюю диагностику, и ориентируемся на ее эффективность, там, лечение, это то, что называется онкомаркеры. Онкомаркер достаточно просто определяется в крови, это не малоинвазивная процедура, и может делаться как угодно часто. Но есть некоторые достижения, некоторые инновации и некоторые проблемы, которые сохраняются. Прежде всего, давайте мы вспомним патофизиологическую часть проблемы, да. Что происходит, собственно, зачем клетки щитовидной железы накапливают и сохраняют йод? Они сохраняют, накапливают для того, чтобы синтезировать гормоны щитовидной железы. И слава богу, что подавляющее большинство дифференцированного рака сохраняет такую возможность, и ее утрата – очень плохой прогностический признак, и это так называемая радиорезистентность. Это будет следующий доклад, и мы об этом поговорим подробно. Сейчас поговорим о тех все-таки ситуациях, когда клетка остается дифференцированной, продолжает вырабатывать тиреоглобулин. И тогда это, и на них вырабатываются антитела, тоже проблема, поговорим. И сегодня точно совершенно известно, что ряд мутаций, две из них, BRAF600V и TERT250-252, они блокируют этот насос. Поэтому это является таким вот предиктором потенциальным развития радиорезистентности. Сейчас активно изучается эта тема. Но с чем мы столкнулись и что мы обнаружили, что не собственно качественный признак наличия BRAF-мутации в клетках, да, хотя бы в одной клетке, является критерием, а именно количественно-качественный критерий, какое количество клеток несет эту мутацию, является важным прогностическим фактором. И эта ситуация сейчас изучается в рамках научной работы, научным руководителем которой я являюсь. Собственно, мы много говорим о группе, называемой риска, да, рецидива, прогрессирования опухоли, но мало говорим о группе такой динамической стратификации риска, потому что когда мы констатировали заболевание, оценили стадию и группу клинического риска и провели лечение, ситуация может измениться. И в лучшую сторону, и, извините, в худшую сторону. Может остаться такой же. И вот это как раз критерий, который, ситуация и параметры, которые описываются вот этой самой стратификацией динамического риска. Когда мы оцениваем, а что произошло, самое главное, с тиреоглобулином. А что произошло с лимфатическими узлами, там, локорегионарной, так сказать, локализации. Что произошло с другими очагами, которые могли быть подозрительны. Или, например, что-то появилось на остеосцинтиграфии. Вот это все является таким вот критериями для оценки динамической сертификации риска. Эта ситуация может меняться во времени. То есть, может, например, быть группа риска начальная низкая, потом она может измениться на высокую, может быть, наоборот, группа начальная высокая, она изменится на среднюю, на умеренную или на низкую. Это все зависит от того, насколько мы успешны в лечении, насколько опухоль отвечает на наше лечение. Появление такого препарата, как тироджин, который способен имитировать, собственно говоря, является полным эндогенного ТТГ. Его главным отличием является то, что в отличие от эндогенного ТТГ, он гораздо дольше циркулирует в крови. То есть у него период полуэлиминации, полужизни намного выше. Это определяется его формулой, собственно говоря, его вот этой биотехнологической структурой получения. И де-факто этот показатель, этот препарат позволяет нам сохранять пиковый и довольно долгую для радиотабласы, радиодиагностики уровень эндогенного ТТГ в крови, который при этом еще дает отличное качество жизни и меньшую лучевую нагрузку. Так вот, собственно говоря, постоянная стимуляция ТТГ или время от времени, это является мощным туморогенным фактором. И если мы не придерживаемся пациента, не удерживаем в состоянии стабильной супрессии ТТГ, то это отдельный фактор риска. Но что еще дает тироген, или тироджин мы его в России назвали? Этот препарат дает возможность дополнительной визуализации. Но метод визуализации, который мы используем стандартно, АФЭКТ, однофотонную эмиссионную томографию с йодом, к сожалению, не обладает такой высокой разрешающей способностью, чтобы увидеть вот эти либо низконакапливающие, либо плохо накапливающие очаги, либо сложные локализации. А вот ПЭТ-КТ, например, с 24-м йодом, да, позитронную эмиссионную томографию, обладает большей разрешающей способностью, и она способна это увидеть на фоне именно
тиражина. Вот на фоне отмены это еще и чревато тем, что можем получить рецидив, а на фоне тиражина такого практически риска нет. Тиражин нам позволил не только обеспечить, сохранить качество жизни, уменьшить лучевую нагрузку пациентов, но и получить, в общем, такой дополнительный как бы косвенный эффект тем, что мы можем брать на лечение особенно высокую группу риска как можно раньше. У нас есть опыт, когда мы брали на лечение через 3-4 дня после операции. Это совершенно возможно. Ничего там, так сказать, такого не заживает все своим чередом, но при этом мы уже, так сказать, берем контроль над заболеванием, оказываем эффект на патологические очаги, которые мы визуализировали на диагностическом этапе. Это концепция ремиссии, или, скажем так, критериев ремиссии по уровню опухоли маркера на сегодня сероглобулина. В России я бы не рекомендовал придерживаться критерия, как во всем мире, 1 нанограмм на миллилитр, потому что в мире в основном используются так называемые высокочувствительные наборы. У нас чувствительность набора несколько другая, поэтому я бы в России рекомендовал использовать старый критерий 2 нанограмм на миллилитр, иначе у нас будет большое количество ложноположительных рецидивов. Но тем не менее, 1 или 2 – это ремиссия. Раньше, если тиреглобулин на фоне тирогена или отмены гормона повышался больше 2, мы говорили о скрытом рецидиве и рекомендовали плановую радиотерапию, дабы не развился макрорецидив, структурный рецидив. На сегодняшний день этот критерий сильно пересмотрен. Это серая зона, и до 10 нанограмм на миллилитр на отмене или на тиражине нет необходимости в активных действиях. Есть смысл понаблюдать. 50% случаев он нормализуется, а в 50% он пойдет выше. Вот если он пойдет выше, тогда мы проведем уже полноценную радиотерапию. Все показания для этого есть. Возвращаясь к патофизиологии и переходя на критерии так называемого интерференции, да, антител к тиреглобулину, когда нам мешает что-то измерять тиреглобулин в крови, его истинное значение. Я напоминаю коллегам, что всякий вопрос синтеза гормонов – это вопрос перекисного окисления. По сути, возникает свободно-радикальная реакция для того, чтобы присоединить йод к тиреглобулину, отщепить и сделать эндоцитоз. И вот это все делается на перекисный фермент. Вот если это попадает в кровь, и если процесс, скажем так, переходит в аутоиммунную, так на моем фазу, вырабатывается антитела к тиреглобулину, в частности. Не только они, но они нам больше всего мешают. То тогда возникает вот этот процесс с потерей тиреглобулина как опухолевого маркера. То есть мы начинаем смотреть за антителами к тиреглобулину. Поэтому всегда у всех пациентов надо смотреть и то, и другое. Потому что это может произойти в любой момент, когда вы не заметите. Тиреглобулин нулевой, а на самом деле уже рецидив. И об этом скажут антитела. Так вот, сам по себе тиреглобулин, который вырабатывается, собственно говоря, в клетках опухолевых, вот надо просто иметь в виду, что он не совсем такой, как обычно. Это тиреглобулин, который трансформирован на самом деле нарушением опухолевой структуры заболевания. То есть он несколько другой, и это очень вариабельные вещи. То есть мы на самом деле тиреглобулин, который измеряем у человека, у которого нет опухолевого процесса, да, и у человека, который есть рак щитовидной железы, мы им делаем отчасти с разной комфортностью тиреглобулина. И вопросы определения его биохимии, то есть вот связанное с рецепторами, да, которые мы видим в лабораторной диагностике, он может быть несколько затруднен именно вот этой измененной конформацией. И, собственно говоря, напоминаю, что причин для тиреидита, для появления антител, на самом деле не только тиреоидные. При этом мы можем увидеть эти антитела и при, например, ревматоидном артрите, при сахарном диабете первого типа и при различной форме миксидемы, длительно существующей, например, болезни Грейвса, это тоже все возможно. То есть не надо ограничиваться только тиреидитом как таковым. Вот что происходит, собственно говоря, на стенках пробирках или плашек, которые мы используем для определения методом иммуноферментного анализа. То есть мы в чистом виде вверху, то, что мы видим, да, тиреглобулин, который в свободном состоянии, который с антитела связывается, сигнализирует нам качественно о содержании в крови этого важного маркера. Если появляются антитела, то начинаются различные вариации. То есть мы видим, и тиреглобулина совсем нет, тиреглобулина мало, тиреглобулин меняется во времени, и это все зависит от, собственно говоря, активности и количества тех самых антител. То есть интерференция идет практически тотальная. Очень часто возникает в клинической практике вопрос, а какой брать уровень тиреглобулина, ну, при прочих равных, если у пациента не выполнена радиотабляция, ну, скажем, в низкой группе риска, а выполнена тиреоидэктомия.
то вот доказательная практика говорит, что если уровень тиреоглобулина на фоне супрессии держится в пределах 0,5, это является, в общем-то, таким, ну, хорошей себе ремиссией. Хотя варьирует в пределах, не надо добиваться нулевых значений, никогда не добьетесь, потому что остаточная тиреоидная ткань этого сделать не даст. Хотя иногда это в общем-то, удается, но это нестабильное состояние. Поэтому если у пациента на фоне супрессии тиреоглобулин в районе 0,5, все окей. Заметьте, что тиреоглобулин, равно как тела к тиреоглобулину, не напрямую, но косвенно, они являются действительно очень чувствительным маркером. Не только местного рецидива, регионарного рецидива, но и отдаленного рецидива. Еще более специфичным, потому что мактив опухолевой массы больше. И уровень секреции гораздо выше. Поэтому он используется на всех этапах. Мы можем видеть любой рецидив, но часто мы не знаем, какой рецидив происходит. Однако цифры, которые свойственны для местного, для регионарного, для объема опухолевой ткани, для ее степени дифференцировки, они уже в клинической практике хорошо известны и многие интуитивно воспринимаются. Очень большие надежды мы ожидания были от метода жидкостной томографии тандемной вместе со спектрометрией. А когда мы думали, что если посмотреть этим методом, то мы увидим чистую фракцию тиреоглобулина, которая либо связана с телами, либо не связана. К сожалению, и пока непонятна причина, до 40% случаев этот метод не дает ожидаемых результатов. Сейчас он пытается разобраться, выясняет, но этот метод может использоваться только совместно с методом стандартным. В случае наличия антител это метод ИРМА, в случае, если это антител нет, то можно использовать ИФА. Важный критерий – это эти исследования должны выполняться в одной и той же лаборатории. Потому что если вы меняете лаборатории, меняете наборы, меняете руки, качество, ответственность и так далее, вы получаете вот такую картину. Вы не можете сравнивать показатели между собой, и все мы с этим сталкиваемся. Поэтому, чтобы уменьшить хотя бы эту ошибку, эту неопределенность, необходимо все-таки выполнять исследования в какой-то той лаборатории, которой вы доверяете. Лаборатории, к сожалению, неоднородны, меняют качество и во времени, в том числе, поэтому смена парадигмы лабораторий, но однородных лабораторий, это тоже нормальная практика. Главное, чтобы качество и чувствительность не пострадало. Вот этот маркер, который довольно недавно появился в публикациях, он достаточно эксклюзивный, но полезно о нем знать, что в ряде случаев, когда тиреоглобулин не работает, обычно это низкодифференцированные, это может быть гюртеклеточная на самом деле карцинома, вот один из примеров, например, на этом слайде, когда этот дополнительный маркер работает, то тиреоглобулин не работает, а цифра 21.1, цитопериферические кератины в крови, они работают. Просто имейте в виду, что этот маркер иногда вам может помочь в оценке динамики и ответа на лечение. Теперь в отношении лимфоузлов. Лимфоузлов – регионарный рецидив, самый частый рецидив при раке щитовидной железы, папиллярном, при фолликулярном в меньшей степени, при папиллярном, но вообще при дифференцированном, пожалуй, при медулярном, например. Довольно часто, самая частая причина рецидива, и которая дает, в общем-то, риск гематогенной диссеминации, увеличивает значительно. А в этой ситуации есть отличный метод УЗИ, который под контролем позволяет взять точно пункцию, посмотреть на цитологии, что мы были в лимфоузле, и как метод дополнительной диагностики я очень рекомендую использовать метод смыва из пульсионной иглы. То, что раньше выбрасывалось, сейчас может спокойно отправляться в лабораторию, и мы можем дополнительно в цитологическом исследовании получать вот этот 50% довесок, который очень сильно помогает нам в распознании, так сказать, метастазов, особенно когда мазок разбавлен кровью или очень скудный. Вот тот метод, за которым явно будущее. Тот метод, который сегодня я бы хотел, например, чтобы появилось клиническое исследование с помощью liquid biopsy, чтобы мы посмотрели циркулирующие в крови информационные РНК, чтобы мы посмотрели ее и в опухоли, и в крови, и посмотрели динамики этого показателя в ответ на наше лечение, что нам как хирургам и радиотерапевтам очень не хватает. Поэтому я думаю, что именно за этим методом будущее, и он имеет куда более, я бы сказал, высокий приоритет клинического значения, чем даже предоперационная диагностика рака щитовидной железы, где цитологическое исследование дает очень неплохую специфичность и чувствительность. О чем важно помнить, когда мы говорим о опухолевых маркерах при раке щитовидной железы? Что всегда тиреоглобулин и тиреоглобулин должны измеряться совместно. Недосдача или недоинформированность в одном из этих показателей в их динамике может, в общем-то, задержать или изменить тактику лечения в худшую сторону. Метод ВЖС можно делать, но лучше делать его как пока экспериментально, либо во вторую фазу, и наблюдать, в общем-то, накапливать наблюдения и разбираться, в чем же там проблема, почему он не информативен, когда нам это очень нужно, особенно в случае с высоким титром антител. Опять же, измерение только в одной лаборатории достаточно качественное, которое вы выбираете сами, но менять ее не стоит, это отразится на интерпретации, на качестве результатов.
Очень важный метод выбора, да, при антителах тиреглобулину, наличие хоть каких-то значимых фракций мы выполняем, мы выбираем, ну, уже РИА мы не выберем, он практически сошел, но ИРМА еще есть, а во всех остальных случаях методом выбора в отсутствии антител является иммуноферментный метод, и, конечно, когда у нас, нам изменяют тиреглобулины, мы не можем его, значит, на него положиться, мы тогда в качестве основного маркера используем уровень антител тиреглобулина, желательно обязательно количественная оценка в одной лаборатории, напоминаю вам об этом. Спасибо большое, надеюсь, я вложился в регламент.